Всем привет, с вами Сергей, и в этом видео мы будем перекрашивать Bentley Академика. Вы, наверное, подумали, что сам Академик будет перекрашивать свою Bentley. Конечно же нет. Мы будем перекрашивать его при помощи фотошопа. Наливайся! Скачал я с интернета вот такую фотографию и подумал, а не перекрасить ли мне ее? Для начала нам нужно вырезать то, что мы собираемся перекрасить. Берем перо. И по контуру начинаем вырезать. Я взял Bentley, сделал так, не получился у катан. Еду вперед, еду назад, прямо полетели в небеса. Еду в бок, даю угла, шоки пронзаться всего двора. Музыка громче, закрой глаза, трусы придумали тормоза. Еду вверх, туда-сюда, напеваю дран-дан-дан-дан-дан. ИПФ мощью гайд-прикол, и для единорог, и рок-н-ролл. На подпол, нажимаю газ, под ним пролетел родной Техас. Пролетаю вокруг света, а теперь... Итак, как дошли до последней точки, выделяем это все и вырезаем. Смотрим, что у нас получилось. Теперь нам нужно вырезать то, что у нас останется естественным цветом. Поехали. И после того, как мы все вырезали, заходим в изображение, коррекция, цветовой тон, насыщенность. И начинаем двигать волшебными бегунками. Здесь мы можем настроить любой цвет. Можем также и затемнить, и осветлить, и насыщенность добавить. Пробуйте, играйте цветами. А также пишите в комментариях, что бы вы еще хотели, чтобы я перекрасил. Или кого-нибудь. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем пока!